вот центральные сети в России извещают, что 15 числа в Кизляре, Республика Дагестан, примерно 23:00, был расстрелян трусливыми преступниками наш брат и активный член уммы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Габбаев Абдуллах. Среди верующих есть мужи, которые верны завету, которые они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету. Из Ахзаб 23 сура. Он был одним из активнейших носителей знамени призыва, этот Абдулла, покойный шахид. Он был мудрым историком своей позиции, родил за проблемы уммы. Это не всякому можно предписать, родить за проблемы уммы. И вел активную общественную деятельность. Всевышний забирает отче. Мы грустим, разлуки с ним, и в то же время радуемся его положению. Сделаем дуа покойного. Аллахумма афтир Абдуллах. Аллахумма афтир зунубаху. Аллахумма навир кабраху. Аллахумма саттин мизанаху. Уахшурху тахта наваидин Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма аджальху мин аш-шахидина. Ваджаль маканаху بين الصديقين والشهداء والأنبياء والمرسلين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Мечеть Иордам, она, ну, как бы сама по себе. То есть такого тесного взаимодействия с другими мечетями, с духовным управлением, там, с муфтиатом нету. И, ну, я раньше слышал, что там были некие свои, например, определенные порядки. Ну что, сегодня прошел еще один день судебного заседания. Допросили двух засекреченных свидетелей, так называемых, которые не дали нам ничего толкового объяснения, не смогли дать. Более того, один засекреченный свидетель, женщина, не является каким-либо свидетелем, никогда в мечети не была, шейха Махмуда вообще не знает, никогда с ним не общалась, но тем не менее такой свидетель. Поэтому о нем останавливаться даже нечего. Второй свидетель, некий Сарыев, бывал в мечети, говорит, лет 10, однако не может отличить радикальный ислам от традиционного, который сам же говорит, путается, Хизбут Тахрир, запрещенная партия, называет ваххабистами. В общем, все слова, которые нашел в газетах, он приводит, но объяснить их не может. Когда мы просим, объяснить, что такое, он говорит, а я не ученый человек, у меня знаний нету все это сделать. И даже слово «Аллах Акбар» он находит какой-то экстремизм. Вот такой, и при этом называет себя мусульманином. Потом мы перешли плавно к допросу двух экспертов, двух уважаемых учреждений. Я лично доволен результатами допросов, потому что они, хотя дали показания, исходили из того, что сказали, материалов, которые дали следствие. Это справка от МВД, что Гапаев был террористом и участником этой партии, то есть документов иного нет. И ссылки на сайты самой запрещенной партии. Вот источники. Соответственно, они являются так называемыми ненадлежащими доказательствами. В последующем, когда всех допросим, я сделаю ходатайство об исключении этих материалов дела, так как они не отвечают принципам достоверности, незаконны и не могут лечь в основу обвинения. Поэтому день прошел достаточно хорошо. Потихоньку открываем глаза суду и показываем обвинение несостоятельно. Вот остальное, вот личное впечатление уже надо самого виновника торжества спросить. Да. Торжество? Ну, да. Скажем так, для мусульман хоть какой-то... Виновника какой-то... обиды. Виновника обиды. Бисмиллахи рахмани рахим. Все, что не делается, в этой жизни все предопределено. Испытание. Дай Аллах,
чтобы мы хоть один раз прочитали намаз в этом здании, чтобы больше не повторялось эти ошибки для других мусульман. Иншаллах, я считаю, что кончится положительно для ислама, для мусульман, для уммы пророка Мухаммеда, саллиллаху алейхи салям. Амин. Так, а что будет завтра там? Что завтра будут вообще? Допросы, учитывая, идет пока что допрос свидетелей обвинения. Мы не знаем, если прокурор не может сказать, кого может обеспечить завтра, поэтому мы не ведение, приглашают они всех, в том числе остальных экспертов. У нас еще как минимум 4 эксперта, которые должны быть допрошены. Кто придет, того и допросим. Поэтому мы не знаем, уже сможет ли, и прокуратура так вяло отвечает. Даже председатель сегодня призвал к тому, чтобы она немножко оживилась. Как сторона защиты, например. Чтобы быстрее закончить. Да, чтобы они не намерены, что тоже хорошо, откладывать на долгий ящик, где есть другие дела. И мы заинтересованы, чтобы суд не забыл, что происходило в первичном заседании, быстрее закончить этот кошмар, чтобы получить свой оправдательный приговор, чему мы, иншаллах, идем. Вот. Альхамдулилля. Мне очень нравится стиль и грамотность высказывания адвоката. Альхамдулилля.